А в этом видео я покажу, как просматривать Organization ID у вашей инсталляции Salesforce. В Salesforce Classic интерфейсе необходимо перейти в настройку. Далее информация о компании, сведения о компании. И, соответственно, в этой вкладке будет располагаться Organization ID. Это вот этот вот код из букв и цифр. Если вы работаете в Lightning интерфейсе, аналогично нужно зайти в настройки и найти сведения о компании. И, соответственно, далее аналогично так же, как в классике.